Преподаватели Сургутского университета сами сели за парты. Лекции для них проводит российский ученый Андрей Теслинов. В рамках стратегических сессий он рассказывает, каким видит будущее югорского вуза, помогает выстроить стратегию его развития. После теории преподаватели пройдут практику. Это деловые игры, рефлексивные упражнения. Речь сейчас идет о том, как понимать развитие, чем оно отличается от совершенствования, от улучшения других процессов. Речь пойдет о том, из чего состоит портфель стратегических решений, ну, крупной такой организации, как ВУЗ. В какой логике эти решения должны разрабатываться, по каким правилам следует отбирать решения развивающего типа от всех других. Мы должны найти свое место, стать неким экспертно-аналитическим центром для региона, в полном смысле опорным ВУЗом, который будет продуцировать новые технологии, новые решения для того, чтобы в этой территории, в этом субъекте федерации жизнь развивалась, чтобы регион был постоянным местом для жизни.